рыбака Вишера. 19 февраля 2018 года. 9 утра. Этот приезд объявляется приездом, посвященным уборке снега отовсюду. И не смотрите на то, что я иду с лыжами на плечах. Так нужно. Вот такая лепота вокруг. Это стоят режи, про которые все так много спрашивают, что это, избушки посреди реки? Нет, это не избушки. А сегодня мы можем видеть, что я иду вторым человеком вообще за сегодня, кто идет на ту сторону реки. Вот слева виднеется деревня. В общем-то и справа это все деревня Бахари. Вот там, чуть выше, в километре двух, находится поселок Бахари. А вот здесь по центру зимник, который раскатали снегоходчики в верховье реки. Сегодня где-то минус 12, солнце выходит, и в принципе все довольно неплохо. Оно дофига снега, но ничего страшного. Мой незримый попутчик, по чьим следам я шел, свернул направо, и вот начинается. Здравствуйте! Коля, да. Коля? Да. А что тебя не узнал? Ты что, здрасте. Ты делаешь? А я приехал снег сбросить, вон, папан попросил. А ты где живешь? Ты в Пельмине? А сейчас пока в Питер. Я вот на неделю прилетел, у мамы день рождения. Когда? Вчера был. А, ну все ясно. Вот. Тебя не тут были вроде, да? Не, вчера в городе были. А нет, здесь роты были, ты тогда обед только. Ага. А, ну папан приезжал, папан приезжал. А Паша молодец, он чуть и субботы подряд встал. Ага. Спал, так вроде и сидея. Да. Ну ладно, Коля, все хорошо. Ага, до свидания. А, лялька, нет? Что с тобой? Лялька скоро будет, нет? Лялька будет весной. Весной, да. У вас у обоих. Это, люди, что-то стали говорить, я говорю, так это твои будут четвероюродные уже, братья. Да. Ладно, все, да. Хорошо. До свидания. И живем. Вот такая прекрасность. Ну, давай. Есть секретный чит-код от собак. Надо наклониться, делая вид, что поднимаешь что-то. И тогда след простыл. Так, вот мы прибыли в родовое имение Бахаревых. Ура! Начинаем работать. Так, ну все, добрался до дома. Сейчас большой завтрак, переодевашки и все вперед за работу. К слову о завтраке, мне сказали, что все здесь необходимое для вегетарианца, не мясоеда, есть, и я обнаружил это, и это будет мой завтрак, потому что все остальное, за исключением капусты, это мясо. А еще нашел горбушу, так что сейчас сварю, наверное, макарошек вот с этим вот. И буду жрать торт. Ништяк, вот это жизнь. Вот так вот в Бахаре всегда такие сюрпризы приятные. Все. Нечего больше мне сказать. Мнение по мациону. Как я сказал в конце предыдущего ролика, что Бахаре преподносит сюрпризы. В общем, я нашел тут
такой комплект, что и, в общем-то, можно и не работать. Потому что я нашел вот такую банку пива немецкого под названием Вельденштайнер. Вельденштайнер. И нашел пачку сухарей. Поэтому нет, на самом деле работа остается работой. Вода для макрошек уже стоит. Снег надо сегодня скинуть по-любому, а это будет приятным бонусом в конце работы. Вот так вот. А, еще и банку красной фасоли нашел. Будет прям хорошо. Горбуша с пастой, с майонезиком, с чесночком. Да. Все, слюни потекли. Так, еще одно прямое включение из бахарей. Один этап пройден. Пристрой в бане очищен от снега. Баня у нас вот там, вот пристрой, вот. Ничего не снимал, потому что тяжко там по пояс снега, и плотный, и пришлось его штыковой лопатой сначала делить на сегменты такие, и потом уже сбрасывать. Вот, сейчас я на втором этаже недостроенного дома стою, у которого тоже надо пристрой вот с той стороны очистить. Планировался домик как такой элитный для приезжих, сдавать его в аренду, но что-то пошло не так, и он так стоит уже лет 10 в таком состоянии, и в принципе надо его сейчас на новое место переставлять, потому что фундамент, ну, мягко говоря, так себе, и сруб уже поехал в разные стороны. Вот, а так домик потенциально очень даже неплохой и уютный, два этажа с такой мансардой. Балкончиком планируется все еще. Но выглядит сейчас это все вот так вот. Таким вот образом. Я, конечно, не спец в обозревании ИСП. Тут бы надо нашего товарища Красноярского БВГАТа. Вот он бы обозрел эту избу как следует. Так, все, ладно, пора работать дальше. Скоро приедет Папан. И мы с ним вдвоем быстро здесь все закончим. В планах у нас сегодня вот моя рожа небритая, в соплях, наверное. В планах у нас сегодня, кроме снега, по плану еще сгонять на полют. А Папан взял свои горные лыжи. Вот, я буду его тащить на снегоходе, на веревке вверх. А вниз он сам съедет. Вот такие планы. Все, берусь за работку, хватит болтать. Так, короткое включение. Процесс идет. Примерно две трети. Так, пробьем детей. Две трети примерно на этой площадке очищено. Глубину снега можно вот здесь посмотреть. Это мне прямо по шею, по грудь примерно. Ну, благо он здесь по ниспадающей уходил вниз. Но тем не менее. Одновременно и повезло, и не повезло, что снег спрессованный. Его очень удобно сегментами такими скидывать. Но, зараза, он тяжелый. Хотя я не знаю, сколько бы провозился с пухляком, который не делится на такие удобные кубики. Вот там все в них усыпано. В этих кубиках прекрасных. Папан уже выехал, так что скоро будет, надо заканчивать. И у нас останется вот этот козырек. И, по-моему, что-то еще. И вот у старого дома там еще тола висит. Все, продолжим.
общем, сегодня день отъезда. Такое вот тихое утро. Времени сейчас 10:00. И уже в 11:30 автобус до Перми. И на этом, вполне вероятно, мое вишерское путешествие закончится. Видимость сегодня опять плохая, вот там за березками должен быть виден полют, на который мы вчера поднимались с отцом. Но пошел такой снежок мелкий второй день, и по прогнозам будет еще неделю. Так что снегом все завалит. Собака не выходит из будки, отсыпается. Вот такая тишь и спокойствие. А касательно вчерашнего дня, снимал очень мало и отрывисто. И запорол один файл, потому что закрепил камеру, приколхозил на куртку, на грудь. И, естественно, она... Естественно, камера снимала очень не туда, мягко говоря, она снимала ноги. Поэтому большая часть материала была попорчена. Вот, ну съездили прекрасно, а банку пива ту я выпил в самом начале. О чем троекратно пожалел. Потому что... пока скидывал две крыши, у меня это пиво, естественно, вышло просто в 10-кратном размере вместе с потом. Поэтому надо было действительно его оставлять на попозже. Вот, но тем не менее, план работ выполнен, все сделано, все хорошо. Все, до новых встреч. Thank you.